Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов провел встречу с родительским сообществом Кубинки. Вместе с родителями учеников парламентарий осмотрел территории 2-й Кубинской и Акуловской школ. Проверка прошла в рамках реализации проектов «Единой России», «Федерального новая школа» и местного «Военные городки». В совещании и мониторинге школ приняли участие представители Министерства образования Московской области, Управления образования Одинцовского округа, работники ХЭС и местные депутаты. Родительская общественность попросила рассмотреть возможность строительства новой современной школы. Депутаты поддержали их в этом вопросе.